Сегодня в Архызе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития. В нем приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, член республиканского правительства. Один из основных вопросов – подготовка новых предложений для включения в госпрограмму развития Северного Кавказа. Подробности Мурата Джанкезова. За последние годы одним из ключевых для республики проектов стал туристический комплекс «Архыз». Согласно плану развития до 2025 года, планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка. Только в прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, курорт «Архыз» посетили почти 500 000 туристов. На сегодняшний день «Архыз», ну, ничем не отличается от европейских горнолыжных курортов. И та перспектива, которую вот обсудили на сегодня, она, в общем-то, достаточно обнадеживающая, что это, возможно, будет один из лучших курортов. Цели рабочей поездки – оценка предложений, которые инициированы регионом для включения в госпрограмму. Все они в той или иной степени проработаны республиканскими органами власти и в целом являются логичными и обоснованными. Они открывают хорошую перспективу для развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства, создания или модернизации объектов социальной сферы, рекреационного и туристического назначения. Ключевой темой нашего сегодняшнего совещания – это была не тема развития курорта «Архыз», а развитие и социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской республики. И все те проекты, которые мы сегодня делаем при поддержке институтов развития, которые сегодня курирует Министерство экономического развития Российской Федерации, ну, мы отмечаем достаточно такую большую эффективность их. Это и создание рабочих мест, это и налоговые поступления. Но что еще очень важно, Сергей Макарович сегодня очень глубоко все вопросы поднял, и в том числе это и незавершенные объекты капитального строительства. Это наши объекты, которые есть поручения президента Российской Федерации, председателя правительства. Ну и объекты социальной инженерной инфраструктуры, не только, ну и заручились поддержкой сегодня для там, выделения дополнительной финансовой помощи еще и наших местных институтов развития, это и корпорация развития, это фонд микрофинансирования там, и так далее. И так далее. На совещании стороны обсудили в том числе перспективы развития потенциала, а также бюджетные показатели, заложенные программой развития СКФО. Как отметили участники встречи, перед республикой стоят важные экономические задачи, для реализации которых необходим двусторонний конструктивный диалог. Мурат Чанкезов, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия.